Павел Пантелеевич Гусев, главный тренер «Факела». Ваше мнение об игре, Павел Пантелеевич. Прежде всего, хотел бы всех поздравить с праздником футбола, который сегодня начался первый тур футбольной национальной лиги. Что касаемо самой игры, то мое мнение, что абсолютно равная игра. И наша команда сегодня, обидное поражение. При равной игре где-то у нас даже были и в первом тайме, и во втором тайме моменты, которые ближе были к тому, чтобы сделать последний результативный там передачу, нанести удар. Практически за всю игру один удар в створ ворот, не считая ошибки. Ну, не та ошибка там на выходе, то есть не на выходе, а когда справа там передача пошла, когда в перекладине мяч попал. Авельченко не рассчитал траекторию полета мяча. А так практически после каких-то сверхзадач перед нами не поставил. Считаю, что закономернее, наверное, была закономерная результат мяча. Обе команды укрепились перед стартом сезона, много новичков было прямо перед этой игрой заявлено. Какую задачу вы ставили перед поездкой в Санкт-Петербург? Задача одна – выйти, показать хороший футбол и добиться положительного результата. И, в принципе, игра, тот план тактический, который мы на эту игру принимали, все, ребята так выдерживали. Схематично и все. Какого не хватило немножко в концовке, в завершающей стадии. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Спросить то, что Гринев не смел закончить матч, повреждение, понимаю, то, что сделали все замены к этому моменту, это не пожалели или было уже необходимо, потому что все четыре атакующих игрока действительно было необходимо заменить? Ну, видите, это, скажем так, несчастный случай. Я понимаю, что прекрасно, что определенный риск в этом был. Был определенный риск. Но мы проигрывали, и нужно было усиливать атакующий потенциал и в организации игры немножко добавить здесь в середине. Я с этой целью свежого его выпускал, потому что он обладает хорошим пасом, хорошей технической оснащенностью, уровень готовности на сегодняшний день не так хорош, как хотелось бы нам, потому что он пришел нам буквально за неделю до начала чемпионата и не в лучшем своем состоянии функционально находится. Здесь риск был, но это просто стечение обстоятельств. Спазмировалась мышца, и поэтому мы вынуждены были доигрывать последние 25 минут в 10 ром. Но тем не менее, особого преимущества даже в этой ситуации команда Тосно не имела, имея лишнего игрока и ведя в счете. Пожалуйста. Павел Пантелеевич, прошлый сезон команда провела без поражений, пролетела вторую лигу. В этом году в Пуэле какая задача? Не говорить, что в каждом матче побеждать, как планируется выход в премьер-лигу? Если конкретно задача, то задача поставлена губернатором, руководством клуба, президентом клуба быть в десятке. Это конкретная задача. Именно этот сезон, а в перспективе? Но мы, давайте говорить об этом сезоне. В перспективе мы не знаем, что завтра будет, да? В жизни вообще. Ну а пока финансовое положение нормальное, да, не получится, как с Белгородом. Была команда, ничего, и все. Ну, финансовое положение нормальное. Если мы приехали сюда, то все, мы можем оплатить и дорогу, и гостиницу, и все. К игре это, наверное, не имеет отношения какого-то. Спасибо за вопрос. Еще будут вопросы? Пожалуйста. Павел Пантелеевич, вы говорите о том, что сегодня была равная игра, о том, что Тосно не преподнес свою сюрприз. Наверное, в том числе потому, что чуть больше года назад вы работали здесь, и, наверное, нюансы и поля, и каких-то нефутбольных факторов Петербурга знаете. Ну, то, что я работал, это две разные истории. Да? Я работал в «Динамо», сейчас я работаю в «Факеле», разные истории. То, что касаемо качества поля, естественно, в какой-то степени и вот эта и травма, наверное, с этим связана, что ну, немножко как по-другому мышцы работают. Да? Все. И мы тренировались и тренируемся на естественном газоне, играем на естественном газоне. И переход подобного рода и качество этого газона, ну, скажем так, оставляет желать лучшего. Оставляет желать лучшего. И здесь, естественно, и отскок немножко другой, и скорость полета мяча при соприкосновении с
покрытием. Все. Нюансы есть, конечно, все. Но если это ставить во главу угла, что повлияло каким-то образом на результат матча, я бы не стал этого делать. Ну, нюансы есть все. Ну, так. Приходится играть там, где принимающая сторона принимает на стадионе, который лицензирован. Еще будут вопросы? Пожалуйста. Оцените, пожалуйста, игру новичков Гринева и Елова. Кого? Ролова, Артура. Ну, сыграли они, скажем так, ниже своего потенциала, который есть. Который есть. И Гринев, и Ролов. Ожидал я больше в плане двигательной активности Ролова, если брать конкретно как фланкового игрока. От Гриднева немножко больше хотелось бы увидеть в организации. Ну, не лучшая игра, скажем так. С учетом того потенциала, который оба имеют. Они значительно могут прибавить и значительно лучше играть. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Евгений Николаевич Перевертайло, главный тренер футбольного клуба «Тосно». Евгений Николаевич, с победой, с почином вас и мнение об игре. Спасибо за поздравления. Спасибо людям, которые пришли нас поддержать сегодня, болельщикам. Вот. Ну, мнение об игре. Я как-то накануне уже говорил о том, что в первых играх очень важно быть психологически устойчивыми, вот, справиться со своими эмоциями, потому что хочется положительного результата, и в связи с этим излишнее перенапряжение, возможно, оно влияет на качество действий футболистов. Ну, видимо, сегодня мы смогли превзойти себя, да, но не показали такой яркий футбол. Все было направлено на достижение победы. Смысл этого направления — не допустить ошибку. Не допустить ошибку. Ребята с этим справились. Ну и спасибо им за то, что в первом матче, всегда очень важном для настроения, для уверенности, одержали победу. Что касается соперника, я хочу отметить, что мы знали действительную силу этой команды, потому что очень квалифицированные футболисты пришли в «Факел». Вот. И хорошая организация игры, мы изучали команду, вот. И, ну, в общем-то, решили все свои задачи, которые ставили на эту игру. В обеих командах, в том числе и в «Тосно», было много новичков. Как, на ваш взгляд, они влились в команду, дали им времени сыграть? Это еще один из факторов, который влияет на качество игровых действий. У нас в составе на сегодняшний день из 18 полевых игроков, которых мы имеем заявки, всего 8 осталось с прошлого сезона, 10 новичков. Естественно, требуется время для того, чтобы адаптировать их к тем требованиям, которые мы ставим перед командой в организации игры. Ну, парни восприимчивы, и я думаю, что мы быстро увеличим и скорость взаимодействия, и точность. Коллеги, ваши вопросы? Пожалуйста. Сейчас продолжаю эту тему. Сегодня играли с двумя центральными защитниками новыми, также вратарем. Насколько в этом отношении, где ключевые позиции, как раз сложности были, и как, точнее, были ли они, и как оцените? Ну, я уже оценил. На сегодняшний день это вот, ну, не то качество, которое меня бы устроило, но, тем не менее, предпосылки к улучшению их взаимодействия наметились, и я думаю, что запас, то есть потенциал есть. Мы поможем им развивать его. И второй вопрос относительно игровой схемы, потому что показалось, что сегодня использовали вообще 3 раза. Да. После перерыва перешли, это какой-то ромб, скорее всего, да? Да. Насколько пошла на пользу то, что 2 нападающих, Бачков, одного из нападающих, ну, пускай чуть оттянутого играл? И какая основная схема будет на протяжении всего сезона? Ну, основная схема у нас, да, 4-3-3 и вратарь. А вообще вариативность тактических построений, конечно, будет.
И в зависимости от предстоящего соперника мы будем моделировать свои действия в тренировочном процессе. И в зависимости от хода игры. То есть здесь тоже мы можем перестраиваться. Парни получают тактическое образование в ходе тренировочного процесса. И я думаю, они способны будут по ходу игры перестраиваться. Просто можно ли сказать, что, допустим, гол, который сегодня был забит, во многом был средственным, потому что Комков с правой ногой оказался намного ближе к центру? Ну да, мы применяем смену места, и как бы не хотел уже детализировать это, но вот эта смена места, она приводит иногда к дезорганизации обороны соперника. Спасибо. Пожалуйста. Вот сегодня появился в основном в составе Рустем Мухаммедшин, хотя он не доходил предсезонную подготовку с Тосно. Вот этот шаг вы сделали, потому что не было других альтернатив на эту позицию, или вы верите в такой высокий класс этого игрока, который сможет вместо карьеры начать? Ну и то, и другое, да. Он не проходил подготовку вместе с командой, но все-таки он две тренировки до этой игры принял участие в двух тренировках. И к тому же, второй момент, это травма Максима Астафьева. То есть наигрывался Максим Астафьев, а в последний момент мы заключили контракт с Мухаммедшиным, и он, в принципе, играет на этой позиции. Поэтому мы не боялись, ничем не рисковали, мы были уверены, что он качественно сыграет. Спасибо. Пожалуйста. Ну, несмотря на победу, все-таки игра сегодня была равная. А в чем вы видите усиление игры? Будут ли приобретены новые игроки? Ну, я уже, наверное, буду повторяться. Такой вопрос, даже не вопрос, я в самом начале об этом говорил, поэтому мне хочется здесь единственное сказать, что необходимо время. У нас 8 игроков осталось из прошлого сезона, и 10 появилось новичков. Поэтому необходимо время для того, чтобы адаптировать всех к тем требованиям, которые есть у нас в организации. Это новые игроки появятся? На сегодняшний день мы считаем, что этого количества игроков достаточно для того, чтобы, ну, по крайней мере, до зимнего перерыва справляться с поставленными задачами. И никого отдавать в аренду, как в прошлом году в команде не будет? Ну, пока нет таких намерений. Мы на всех рассчитываем, у нас 18 полевых игроков и 2 вратаря. Мы считаем их всех игроками основного состава и рассчитываем на всех. Пожалуйста, еще вопросы. Задача перед командой поставлена выйти в премьер-лигу с 1-2 места. Да, задача поставлена выйти в премьер-лигу, но мы хотим выйти с первого.